Хей-йоги, сумишники, мы продолжаем проходить игру по названию Вольфенштейн, либо продолжаем играть за Блашковича. Блахович. Так, здесь у нас какие-то... О, вот денежки. Так, а сколько у меня всего денег? У меня много денег. Ух ты ж, ё. То, а я потом... Ты кто? Гутен так, агент Блашкович. За твою голову назначена награда, и я уверен, что ты не хочешь привлекать внимание. Лучше всего перемещаться по крышам или по канализации. С крыш хорошо видно город, но следует остерегаться снайперов. И ходи осторожнее, можно упасть. Без бэм, я тебя понял. Так, мне бы черный рынок где-то найти, блин, потому что... Денег много, прокачка нужна. Мне нужно автомат улучшить этот, потому что он против зомби довольно хорош. И, ну чё, больница? Госпиталь. Посмотрим, что здесь будет. Надеюсь, здесь я не усрусь. Поэтому это можно. Первое — это монстры. Второе — это больница. Значит, там будет по-любому морг. Здравствуйте. Чем могу помочь? Меня зовут Блашкович. Я боялась, что вы до нас не доберетесь. Здесь такое творится, словами не передать. Нацисты проводят эксперименты над пациентами в операционной. Скорей! Бегом отсюда! Блашкович, спаси! Так, я правильно понимаю, теперь у нас здесь невидимые враги. И мне по-любому придется. Так, давайте сразу посмотрим, сколько госпиталь встречался со связным. А я со связным, да, не встретился. Госпиталь. Так, золото 23, данных 6. Выйти отсюда я не могу, я понял. Опа, денежка. Свиксиего. А враги у нас невидимы, наверное. Похоже, кибернетические импланты и промывание мозгов — слишком большая нагрузка на разум человека. Полагаю, все убийцы психически неуравновешены. Выпустите. Чушь. Пожалуйста. Им просто нужно время, чтобы привыкнуть к своим новым способностям. Новые способности — это инвиз, да, вы имеете в виду? Пожалуйста, не убивай нас! Я не буду убивать. Хотя... Результаты наблюдений. Доктор Бернард Штайнер. Очередному подопытному сделана только треть прививок, а он уже страдает от серьезной аритмии. Думаю, долго он не протянет. Подобные результаты обескураживают. Нам нужны подопытные в лучшем физическом состоянии. Необходимо обсудить эту проблему с верховным командованием. Мне вот интересно, вот эта табличка, которую он держит в руках. Блин, ну я убивать их не буду. Они делают свою работу по факту. Короче, если мы видим с вами... аномальные действия, то есть где-то что-то с чем-то, сразу использую магию, потому что хоть они невидимы, но они скорее всего видимы с помощью нашей способности. Прошу, помоги. Серьезно? Я не могу видеть их с помощью даже своего этого? Так, а это уже плохо. Это уже очень плохо.
Вторые данные. Мало того, что вы ворвались в наш госпиталь и захватили его, теперь я узнал, что вы похищаете пациентов из их палат. Что именно вы с ними делаете, майор? Если это связано с тем проектом, над которым вы работаете, я вынужден буду связаться с вашими руководителями. Я не позволю вам подвергать опасности жизни моих пациентов. Все, да? Короче, да. Так, дверь-ка закрываем. Где все деньги? Блашкович. Так, походу это специальные военные, которые... Так, о, деньги, я думаю, где все деньги, черт возьми? А, вот они. Так. Ага. Думаю, где это все? Так, вижу еще мешочек с деньгами. Это место опасно, друг мой. Нацисты используют нас как подопытных, проводят жуткие эксперименты. А теперь тут еще и бродят кошмарные чудовища. Это не чудовище, это экспериментальный костюм, походу, который наделил челика к невидимости. Я понимаю, их будет тут до хера. Ну, вначале, конечно, мы с первым сразимся, а потом... Ну, слушай, ты уже с одним сразился, поэтому давай, наверное, тебе на еще толпу. Пациентам выход в коридор запрещен. Характерный звук можно услышать... Ага. О, стой, что это? А-а-а. Блин, мне главное все проверять, потому что мне нужны документы. Как-то он через раз срабатывает. Открытие. Слава богу, ты спас нас. Выходите. Спасибо. Смотрите, он, получается... Может атаковать, когда только видим. Да, нормально. Вы можете наоборот отсюда свалить, пока здесь творится эта чертовщина, вы это понимаете? Ох, ребята. Стоп, а это я не пойму. Чего? А, я понял. Остановка времени. Все здесь взорвало? Странно. Денег я тут вообще не вижу. Данные я тоже уже почему-то не вижу. И это довольно плохо, потому что... Ой, да, давайте я буду с ним в тумане драться. Да, контрольная точка, значит, я сейчас буду с ним сражаться. Обнаружен шпион. Убить его немедленно. Так как у нас есть с вами молот, жесткий молот, мы его быстренько, думаю, прибьем. Внимание, в казармах шпион. Найти его. Уничтожить.
Блин, было бы прикол бы, если бы на это оружие можно было прицел бы сделать. Я под перекрестным огнем. Видите, типа оружие много патронов, но оно не ваншотит. Оно типа убивает с двух выстрелов получается. Либо с двух точных выстрелов в голову. Типа каска. Каска, все такое. Так, ну блин, а мне нужны сраные данные. Что? Костыли, они не подбираются. Ага. Так, мушка. Не сказал, что здесь хоррор элементы именно присутствуют какие-либо такие именно жесткие. Блять, напугал. Злой товрах у меня уже сидит, поджидает. Эта тварь, что бродит по госпиталю, создана нацистами. Убить убийцу. Интересно. Вот сюда можно денежки спрятать куда-то из этих углов. Как вариант. А данных я почему-то не вижу. Скорее всего, где-то их упустили. Тут даже денег нету. А нет, есть деньги, вот. О, черт, стена есть секретная. А не открыть. Так, элементы паркура, подожди. А, мне туда не запрыгнуть. Мне на второй этаж по-любому придется, да, пойти? Да, это как раз второй этаж. Что это сейчас только было? Урон от удара ему пришел через какой-то промежуток времени? Эта тварь, что бродит по госпиталю, создана нацистами. Ладно. Если что, я тебя запомнил. Животное, я тебе... Давайте сразу его с моей самой сильной пушки убьем. Что это было только что? Окей. Это тварь, что бродит по госпиталю. Создана нацистами. Вы мне предлагаете остановку времени, да, использовать? Давайте остановку времени заюзаем. Как стрелять по тому, кого не видишь? Все? Почему он такой жирный? Знаете, у него хпшки? У него очень много хпшки. Так, я понял, куда мне идти. Давайте сначала ту сторону проверим. Там, скорее всего, есть... А, мне нужно... Да, я испугался. А, мне ниже нужно идти. Продолжать стрельбу! Не, ну против этой хери... У меня вопросы.
мне сюда, да? Так, сюда. Значит, проверяем ящики. Ни документов. Никаких данных. Где это все? Я понял, что против... Здесь штурмовая секретная лаборатория. Так, смотрите, данные. Хорошо. А, нет, все нормально. Результаты наблюдений. Доктор Бернард Штайнер. Подопытный пережил все прививки и переводится в изолятор на время импринтинга. Судя по всему, этот индивидуум был членом сопротивления, что объясняет превосходное интеллектуальное и физическое состояние. Возможно, новые Унгизейн должны набираться из числа пленных бойцов сопротивления. Так, смотрите. Это он как раз говорит о вот этих херовинах, которые довольно сильные. У меня есть идея. Скорее всего, остановка времени это для них идеально. Ну, для нас, да. Использование против них. Ну, и в тот же... Ну и в тот же момент, понимаете, эти херовины, они очень быстро нас убивают. Солнце, черное как смоль, конец жизни. Так, это походу части... Вот он, скорее всего, это как часть нюхальщика вот этих врагов. Они смотрят на меня, черные как поряд вокруг. Все разлетается, как пепел на ветру. Безумие. Это все безумие. Энергия выжигает глаза, поджаривает кожу. А, энергия, это имеется в виду? О, стой. Так ты шпион. Что ж, я тебя не боюсь. Что бы ты ни делал, мы выиграем войну. То, что мы здесь делаем, лишь начало. Мы открыли возможность создавать машины для убийства. У вас нет ни единого шанса. Он плохой человек. Поэтому я с ним так разобрался. Молодец, я уже золото нашел, но еще 10 золота и... Я понял, это отсчет какой-то идет. Типа тик. Так, у меня щит, в принципе, есть. Может быть, щит против как раз этих тварей тоже подходит. Итак, сержант, что же делает этот портал, который мы нашли при раскопке? Не знаю. Но подопытные, которые входили в него, либо умирали, либо превращались в каких-то тварей. И что с ними потом делают? Мы обучаем их, чтобы они сражались на стороне нашей армии. Понятно. Смотрите, стелс элемент. Так, отступаем. Мне срочная энергия где-то нужна. Тут энергии даже нет. Так, сейчас я со своей тоже постреляю. КФ каску снял. Так, сейчас бы не вылазить, потому что... Хотя... У меня же базука еще есть, точно. Так, это вражина только что сверху меня атаковала. Ты мужчина или нет? Остановите его! Подожди, мне нужно...
Да, ты под обстрелом. Подожди, патроны мне нужны. Ладно, с этого популя их слишком много, патрон таких. Плюс это оружка, которая ваншотит. А, вот, тихо. Тут так энергия. Все, это хорошо. Так, это проход наверх, да? Так, где эти? Данных тут нету. Мушка. Автомат, да, вот лучше этот сейчас автомат использовать, потому что я вижу, на него очень много патронов из врагов дает. Поэтому пока что я его поюзаю. А если херовина будет нападать, так стоять, сразу перезарядиться. Но удивление, что здесь ничего нету. Может, здесь эти просто спали? Военные? Ну, погнали наверх. Не-не-не, я знал, что он туда сядет. Ладно, пока все равно хер знает, куда пуляют. Медленно открывает. Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Воу-воу! Ложись! У него патронная пушка! Да, у меня патронная пушка, ребят. А вас я вижу, что зомбаки побежали. О, плюс данные. В связи с тем, что на нижних этажах госпиталя ведутся работы в рамках спецпроекта, я беру на себя все вопросы безопасности. Предупреждение. Несанкционированный доступ персонала в эту зону закрыт. Кроме того, пациенты не должны выходить из своих палат. В случае появления пациентов в коридорах будут применены серьезные взыскания. Хорошо, у нас где-то еще фолиат один валяется, до хера золота и два данных. Так, если у нас уже пошли мертвяки здесь, давайте тогда я буду использовать эту пушку. Хотя... Ладно, плевать. Нужно прощать не забывать. Хотя нет, я лучше пока что... О! Да, это хорошая пушка, автомат. Плевать, сколько их будет. Она их всех разнесет. Из-за своей скорострельности. Мобов этих зомби, или кто они представляются, я не знаю. Они тоже довольно легкие против этой пушки. Ну... Но оружие слушателям почему-то не такое уж активное против них. Обнаружен шпион! Убить его немедленно!
Ну вы видите сами, да? Позовите санитара! Ладно. Ну, сейчас минус тот щелек. Готово. Как видите, их тоже можно видеть. Нужно искать по характерным звукам этих животных. У меня осталось... Звуки оттуда как будто идут. У меня не так уж много патронов на автомат осталось, поэтому... Ага, поверху идут. Хорош, ребят. Значит, я сюда пока зайду. Денег нет. Денег нет. Блажкович, нам нужно срочные бабки. Ищи. Вот об этом я как раз и говорил. Какие-то звуки уже странные были. А кто дверь мне открывал? Это тоже, блин, немного странно. В связи с началом экспериментов с порталом, режим безопасности должен неукоснительно соблюдаться. Все контрольные пункты должны находиться под охраной. А в лиц, несанкционированно проникших в зону эксперимента, следует стрелять без предупреждения. Эксперимент находится под пристальным наблюдением Верховного командования в Берлине, и нарушение режима безопасности недопустимо. Все хорошо. Блин, вот они ходят с дерьмо пушками. Нормальные пушки для меня не могут дать. Так, здесь нужно быть осторожным, потому что эта херня запрещает юзать способности. Сюда! Если я умру, вы должны понимать, что на что это влияет. Ага, это чертова эта больница. Так, сразу данные смотрим. Как и предполагалось, применение кристалла Нахтзоне значительно повысило выживаемость участников операции Унгезеен, однако вызвало ряд побочных эффектов, в том числе паранойю и шизофрению. Впрочем, мы работаем над решением этих проблем, и, на мой взгляд, можно немедленно приступать к полевым испытаниям. Блин, я еще одну не нашел. Давай, да, вот. Зомбяки. Как-то вот так встанем. Чтобы заснять. Но я не знаю, как можно красивенько их запечатлить.
Так, отключите машину. Так, это дало плохо отношение к контрольной точке и... А, нет, все, тут работает. Собирай все, что хочешь, только пощади меня! Классная пушка, слушай. Они придут посмотреть, что произошло. Тебе не уйти отсюда. Очередная дерьмовая пушка, да? Так, и где контрольная точка? А, ну, нормально. Это шо, марш? Так, сразу, значит. Забирай. Сюда. Готово. Почему вода превратилась в кровь? Скажи, кто знает? Блин, ну, в чем дело? Смотрите, я-то могу... И в то же время я не могу. Ну что ты стоишь? А нет. Давай, ладно, я спущусь. Мне надо, чтобы он бежал, чтобы я мог подняться. И он меня не трогал, понимаете? Блять. Я думал, тут проход можно открыть. Вот, да, это специальные костюмы, с помощью которых они превращаются. Так, нету восьмого. Скорее всего, восьмой это как раз, которого мы убили. А мы убили второго. Четвертого я тоже не помню, убивали мы или нет. Потому. Нужны патроны для этой пушки. Смотри, это граната. А вот настоящая граната. Хорош. Хорош, хорош, народ. Правильно бегаем. Блин, ну вы видите, мне патронов... Ладно.
О, для автомата подобрал. Морген. А сейчас прав, мы морги. Пошли, пошли! Еще. Ладно, 200 патронов. Шпиона не видел? Нет, шпиона я не видел. Сори. Молодцы глупые. А, то есть они тоже тут нихера не видят. Осторожно! О, автомат. Спасибо, народ, за автоматы. Плюс гроши. Так, здесь вот палевное место. Палевное место, они шарики какие-то довольно странные кидают. Опасные шарики, наверное. Так. А если вы помните, когда мы первый раз увидели вот этих упырей, там как раз была заставочка, вот эти упыри здесь стоят. И вот эти морги деревянные. Это шпионник. Воу-воу-воу. И он от взрыва он это... Я думал, он от взрыва этим синим зомбаком стал. А нет, все нормально оказалось. Спасибо вам, что вы даете мне эти охерительные пули для этой пушки. Я даже деньги не заметил. Сами зайдете или мне к вам зайти? Готово. Выходи, американец! Продолжай стрельбу! Ну блин, ну смотрите, сколько ему попаданий сделал, а он еще живой. Зато Мосинка лежит. А, они то есть мертвых подбирали трупы? Это типа намек, да, то, что они делают? А ну-ка, если я могу сюда? Нет. Интересно, пасхалки вообще есть? Ну, в игре по-любому должны быть пасхалки, но я их не вижу. Очень странный коридор. Подбор частот колебаний оказался довольно серьезной проблемой. Все подопытные, прошедшие через портал, возвращаются измененными. Майн Гот, здесь шпион! Защити меня! Найн, гердоктор, это вы меня защитили! Ты увидишь, какого могущества суждено достичь великой армии Рейн! Еб твою! Так, я вижу слабое место, это ноги и голова. Особенно голова. Но он очень сильный. И он в агрессии, мне страшно. Гадать. Найн, найн.
Найн. Пока. Буду бегать со стороны на сторону. А, уничтожить портал? Это, знаете, как миссия была с носорогом во второй части. Но это, если так, это довольно легкое задание. Все. А, мне, походу, нужно... Я понял. Так, смотрите, у нас, в принципе, здесь генератор. Мне интересно, куда он убежал. Он возвращается. Мы сейчас сделаем так, чтобы он затаранил вот эту дверь. Так, походу я все правильно сделал. Не-не-не-не. Какого черта? Какого черта меня... засосал в какой-то портал? Я, как понял, я только что потратил просто так 50 пуль, да, зря? А, не. Черное солнце. Ну не за это, да, говорили черное солнце? Кажется, они за это говорили черное солнце. Ладно, хотя бы пулю могу забрать. И новый кристалл. Вы получили способность усиления, которая увеличивает поражение силы вашего оружия. Подожди, то есть я могу сразу все включать? Нифига себе, кто мог бы подумать. Ну, смотрите, так я могу все включить и одной кнопкой все выключить. А, стой, давай сразу и пули возьму еще. Ну, она, оказывается, довольно легкий, нам пули дали. И мы собрали, получается, с вами все, что было. Ну, по поручению Золотого Рассвета я отправился в госпиталь, недавно занятый нацистами. То, что я там обнаружил, поразило даже меня. Ученые Рейха начали создание механически усиленных невидимых убийц. Там же... оказался и портал, который я видел на раскопках. Он ведет в измерение Черного Солнца и превращает людей в чудовищ. Я прекратил жестокие эксперименты, но не сумел полностью уничтожить портал. Понятненько, да. Фолианты, блин, фолианты нужно искать. Награда 1000, плюс за мешочки у нас, по идее, где-то должно быть 1003. Так, смотрите, прозрачный кристалл. Ну, мы как раз улучшим сейчас с вами автомат, который мы используем. И хаешка, я не знаю, но типа радиус взрыва улучшает. Так, почему я здесь? А, это больница?
Ладно, давайте, думаю, тогда мы с вами на этом закончим, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.